ритмы, сценографии, либретто, которых еще нет в репертуаре, и те, что по праву заслужили любовь зрителей. Театры оперы и балета приоткрыли занавес нового сезона. Официально он стартует 15 сентября балетной постановкой «Спящая красавица». О новом театральном сезоне Юлия Важенина. «Летучая мышь», «Мистер Икс», «Красавица и чудовище». Чувашский государственный театр оперы и балета начинает 57-й театральный сезон. Он ознаменован сразу двумя юбилейными датами – 50-летием балета и 85-летием симфонического оркестра в Чувашии. Стартует сезон 15 сентября балетом «Спящая красавица». Кстати, нынешний сезон обещает быть разножанровым. Цикл праздничных вечеров продолжит опера «Нарспи», оперетта «Летучая мышь» и лирическая фантазия для детей и их родителей «Дитя и волшебство». К юбилею балетной труппы театр подготовил подарок всем зрителям. 11-й международный балетный фестиваль откроется постановкой «Жизель», с которой все началось 50 лет назад. «Жизель» – спектакль аутентичный, то есть это такой шедевр, который многими годами не менялся. Но, так скажем, это довольно тонкое дело, такое реставрация хореографического материала, в смысле оформления и костюмов, конечно, вообще все будет новое. Это вот задача Валентина Васильевича. А что касается хореографического материала, ну, вы уже можете посмотреть это на примере «Спящей красавицы». По традиции продолжит свою работу школа юного театрала. Этот познавательный проект набирает обороты и выходит на большую сцену. В этом уже по счету пятом детском театральном сезоне впервые на постановке придут не только ученики начальных классов, но и дошкольники. Специально для этого проекта спектакли показывают не целиком, а некоторые части балетов и даже опер, не удивляйтесь, мы из «Севильского цирюльника» смотрим «Иоланты», очень любим эти спектакли. Вот, нам на сцене их рассказывают, нас пускают и в закулисье. Иногда нам делают такие мастерские, где дети узнают тонкости актерского искусства. Октябрь порадует целой россыпью творческих вечеров. Концертную программу готовит народный артист Чувашии Айдар Хисамудинов. Опера «Сельская честь» свой юбилей отметит заслуженная артистка России Валентина Смирнова-Геворкян. Гостями 57-го сезона станут солисты Московского международного дома музыки. С 24 ноября по 4 декабря в столице Чувашии пройдет 26-й международный оперный фестиваль. Серию новых концертных программ представит и симфонический оркестр театра. В числе не менее значимых событий – фестиваль чувашской музыки. Ну а в декабре, как всегда, насыщенно и активно будет гастрольная деятельность. Балетная труппа вновь отправится в Европу, где представит на суд зарубежной публики шедевры классической хореографии. Кстати, в Театре оперы и балета до 30 сентября проходит акция «В театр с цветами». Все желающие могут прийти на постановку с букетом и пройти бесплатно. Юлия Важенина, Игорь Зверев, «Республика».